Алена Харитонова, Екатерина Казакова. «Ходящие в ночи». Книга третья. «Пленники раздора». Читает Людмила Шаурина. Пролог. Темнота была непроницаема. Он сперва даже решил, будто ослеп. Нос ему, по всему суде, опять сломали. Дышать приходилось ртом, как собаки. В висках гулко тукала кровь, хотелось пить. Фебр с трудом поднял тяжелую голову, надеясь все-таки разглядеть, где очутился, но в кромешном мраке по-прежнему ничего не увидел. Попытался шевельнуться, не смог. Только понял, что подвешен словно шкура на распялках. Руки разведены в стороны и крепко стянуты веревками. Не опустить, не свести вместе. Пошевелился. Ноги тоже связаны и отзываются глухой болью сколько он корчился тут обвиснув в путах судя по тому как затекли плечи и спина долго пленник завозился пытаясь подняться с колен но туго натянутые веревки держали крепко не встанешь плохо тебе вдруг спросила темнота женским голосом обережник промолчал стани если больно зачем терпеть все равно никто не услышит Сквозь узкие щелочки заплывших глаз ротоборец разглядел смутные очертания женщины и хищную переливчатую зелень звериного взгляда. В груди фебра жарко полыхнуло, дар рванулся было прочь, но жесткий кулак волколачки врезался в живот. Мужчина задохнулся и скорчился, насколько позволяли путы, а через миг на голову узника обрушился ледяной водопад. Вода текла по лицу, капли щедро сыпались с волос. Фебр наконец-то сумел сделать судорожный вдох. Он жадно облизывал разбитые губы. Хотелось наклонить голову и высосать из набрякшего ворота влагу, чтобы заглушить горько-соленый привкус во рту. Гордость не позволила. — Больше воды не будет. Долго, — насмешливо сказала ходящая. Он не вслушивался в ее слова. Куда насущнее и страшнее оказалось осознание того, что все произошедшее не сон, не горячечный бред. На него не просто напали, его пленили. Как такое возможно? От бессильной ярости шумело в ушах, а еще от голосок последней схватки кружилась голова, да вскидывалась из желудка к горлу вязкая волна тошноты. Волколачка подошла близко-близко и с усмешкой спросила, «Плохо быть беспомощным, верно?» Ответом ей снова была тишина. Скрипнула дверь. В узилище вошли. Фебра по-прежнему различал во мраке лишь силуэты. Пятеро. «Что, охотник?» — обратился к пленнику один из вошедших. «Опамятовался никак». Голос был молодой, спокойный. Не звучало в нем ни безумия, ни голода. Будто человек говорил. Ротоборец молчал. Он не понимал, как дикие твари могут вести себя словно люди. Подкараулили в лесу, ладно, но почему не загрызали, не сожрали, почему, зачем привязали? Оборотень тем временем сказал, «Я хочу знать, сколько вас, особенно тех, кто носит черное». «Вон оно что!» Удивительно, но молчание узника не разозлило ходящего. «И я не тешился надеждами», — вздохнул волколак. Тот здоровый из Суэлиша тоже все молчал. Фебр вскинулся, пристально глядя в темноту из Суэлиша. Неужто Милот его туда отправили, да? Но Суэлиш далеко. Что это за стая, которая охотится на столько верст окрест? И почему эти шестеро не ярятся? Кровью ведь пахнет, а у волков нюх острее собачьего, от чего не бросаются. Чего молчишь-то? От страха имел, — усмехнулся оборотень. Пленник смотрел на него и безмолвствовал. Та с зелеными глазами глядела из-за спины вожака, тяжело дыша. Ей самообладание давалось непросто. «Не хочешь говорить?» — вздохнул ходящий. «Вот хлопот с вами. Ну да ладно, отвязывайте». Двое волколаков начали сноровисто распутывать веревки. Когда те ослабли, ротоборец рухнул на каменный пол, по спине и плечам горячими валунами перекатывалась боль, тьма перед глазами раскачивалась. Он все-таки попытался собрать силу в кулак, в пусте. Закостеневшее тело не подчинялось. Ходящие пересмеивались. Мысль о том, что звероподобные твари каким-то образом научились ловить и мучить осененных, подстегнула, разозлила. Но когда дар уже готов был вспыхнуть, согревая кончики ледяных пальцев, на ротоборца словно обрушился могучий кулак. Чужая сила вдавила в холодный пол, грозя размазать по камню. Пленник глухо застонал. — Жизнь есть мучение, — назидательно сказал оборотень, у ног которого скорчился обережник. Фебра про себя от души согласился, тем более, что удар по ребрам как нельзя более подтвердил слова Волкалака. Тьма вокруг расцвела маками. Чуть поотдаль глухо заворчал зверь. Узника обожгло горячее дыхание хищника, в лицо ударил запах псины. Темнота скалилась и сверкала глазами, темнота собиралась броситься. Человеку позволили подняться на ноги, опираясь плечом о неровную стену. Позволили оглядеться, позволили руке привычно метнуться к поясу, на котором прежде всегда висел нож позволили понять, что ни пояса, ни оружия на нем больше нет, позволили даже горько усмехнуться собственной глупости. А потом темнота прыгнула, навалилась, сомкнула тяжелые челюсти и захлебнулась рычанием. Кровавый клубок, в котором человека уже было не разглядеть среди хищников, покатился по полу. Пленника грызли, трепля словно старую тряпку, и та с зелеными глазами тоже. Студенный ветер ударял в спину, подталкивал. Клена брела, держась за руку отчима. Через рыхлые сыпучие сугробы идти было тяжело, и с каждым шагом боль в груди разрасталась, становилась все сильнее, дыхание перехватывало. Слезы на щеках индивели, ресницы смерзались. Мороз стоял трескучий, но девушке было душно и жарко, Хотелось распахнуть уютный полушубок, отдаться на волю леденящему ветру, чтобы выстудил пекущую боль. Однако вместо этого она лишь сильнее сжимала ладонь Клесха. Буевище находилось в стороне от цитадели, череда едва приметных под снегом холмиков. Много их, а один с краю самый свежий, на нем белое покрывало тоньше, чем на прочих. Клена отпустила руку отчима, обогнала его на несколько шагов и почти бегом устремилась вперед. Однако ноги изменили ей, подломились, и девушка осела в сугроб. Обережник подошел и стал рядом. Пачерица скорчилась у могилы, закрыв лицо руками. Плечи мелко дрожали. «Поднимись, застудишься», — сказал он то, что непременно сказала бы Дарина. «Останься она жива». Помотала головой. «Не встанет». Клесх опустился рядом, — мелькнула мысль. «Они двое, словно кающиеся грешники, которые вымаливают прощение. Он за то, что не оказался рядом, она за то, что мать умерла с горьким осознанием невосполнимой потери». «Доставай!» Девушка послушалась, отвязала от пояса холщовый мешочек, ослабила горловину и высыпала на холмик зерна пшеницы, что-то тихо-тихо шепча про себя. Сейчас она говорила все то, что не успела сказать Дарине, сбивчиво, с слезами, всхлипывая. Птицы склюют зерно и поднимутся в небо, туда, где в горних высях живут покинувшие землю души. Так слово дочери достигнет матери. Клесх мог бы тоже что-то сказать, но, как всегда, не знал, что. Да и следовало ли жалобами и просьбами о прощении тревожить тех, кто наконец-то обрел мир? Он врал сам себе, он молчал не потому, что не хотел нарушить покой жены, нет. Он молчал, так как боялся. Боялся, что она его не услышит. Потому что в небе только солнце, луна, облака и звезды, а больше ничего нет. И даже радуга, не сверкающий мост, по которому живые могут, если повезет, попасть к ушедшему и вернуться обратно, радуга это просто радуга. Разноцветная дуга в небе. Не плачь, застывшая узкая ладонь легла на плечо мужчине. Крев покачал головой, я не плачу. Пачерица пытливо заглянула в застывшее лицо отчима, глаза у него были сухие, а взгляд отрешенный. Я слышу, негромко сказала она, просто у тебя все никак у людей, поэтому и слез нет.